Это уже вторая попытка записать. Дело в том, что я позорно забыл название фильма и вообще, что за фильм я смотрел. Я его забыл полностью. Просто не смог вспомнить и все. И, в общем, что-то у меня уже с головой, что ли. И это как-то нехорошо. Я не могу сконцентрироваться. Ладно, я быстро говорю. Побег из Вегаса. Мне понравилось. Что-то там такое вот есть. Какое-то рокерское. И мне на самом деле это немножечко близко. Даже то, что я вот этот дневник делаю, это уже что-то такое немножко веселое. Еще в Ютубе, конечно, видео совсем не такого качества, как у меня. А днем сегодня я ездил в железнодорожный музей у метро Сенная. Там я, наверное, был в детстве, и вообще в тех районах я был в детстве, я там жил какое-то время. И... Но это было давно. И у меня какие-то хорошие воспоминания, и музей мне понравился, и все там понравилось, и инструмент мне там понравился. Я там пробовал инструмент. А еще и туда, и обратно по дороге я заезжал в поликлинику. И вот вчера вечером я забыл на терминале записаться к одному специалисту. А сегодня выяснилось, что я не мог к нему записаться через терминал, поэтому все хорошо и правильно. Я записался в регистратуре. А на обратном пути я поставил еще печати на направление к другим специалистам.